сделать подопечным Юрия Грошева. Ну а пока у нас есть возможность, пока еще не было очень много моментов ни у тех, ни у других ворот, пожалуй, расскажем о составах играющих команд. Хотя вот такой первый. Начнем, пожалуй, с гостей Академии. Это первая победа Зари в чемпионате. И в другом матче не перестает удивлять Петраку из Тунчешти. Атака по левому флангу, удар по воротам Сергея Зверина. Сергей Загинаев решил удивить вратаря, вторячий в защите. Семен Булгаров хорошо нашел первым пасом Славина Степановича. Можно и править Степановичу. Нет, он решил сделать передачу. Может быть, не играли партнеры. Практически абсолютно все мячи идут, проходят через Евгения Качука. От передачи Качука хорошо там пробрался по флангу капитан дачи. Тут же пытается играть активно в отборе. Василий Жордан, еще один пас, еще один навес. Сергей Загинелов борется. Сергей Загинелов. Ему, конечно, нужно доказывать, потому что тренерский штаб не очень часто доверяет Сергею в этом чемпионате. Вот сейчас выпустили его с первых минут. Выстрел хороший, вышло не очень хорошо, потому что вместо мяча и стенки такая, знаете, замысел проводить такие противоположного фланга. Евгений Качук на сей раз. Удар возвращается центральные защитники. Небедный. На левом фланге на этот раз, хотя номинально он является центральным полузащитником вместе с Евгением Качуком. Давайте абсолютно никому. Загинелов. Идет Загинелов. Хорошо, а можно и пробить. Отличная передача Загинелов. Зачем Петр левку взял и остановил вот этот интересный подход к воротам Славина Степановича? Совершенно непонятное решение. Нет, там абсолютно... Давайте желтую карточку. Так что сейчас такая они через Сергея Матей. Матей сейчас снимает этот мяч вот на курс. Технико-тактическим действием. Давайте смотреть. За этим моментом вот все хорошо. И за Гинайлов. Поднебенный. Степанович. Ах. Ну, смешная такая комиссия. И, в общем-то, мяч. Петр Левка как-то не попал сегодня в игру. Все мячи он то ли теряет, то ли принимает не совсем верные решения. Ох, какой хороший пас, какая хорошая передача. Задумка. Отличная задумка. И Шаухвалов сохраняет мяч в игре. А можно бы и прострелить, а можно бы и пойти. Уж потом, когда там двое, трое, четверо защитников впереди, он, конечно, может их отвести, забить и все что угодно сделать. Убегает Сергей Загинайлов. Передача Загинайлова на высоченного Петра Левки. И быстрее расставаться с мячом, быстрее находить решение. Но не та ситуация. Он достаточно сам. Неточная передача Санду. Павлов. А вот так. Это пенальти. Я думаю, в столкновении с Петрушкой 5 минут. В общем-то, это более интересно. Я оставляю вас отдыхать. Сергей Никачук. Передача на Вячеслава Поднебенного. Может простреливать. Вот сейчас вот так это получилось. И гол получается. Смотрите, какой совершенно неожиданный гол, который получился из ошибки Копейчука, как мне кажется, не рассчитал траекторию полета. Это произошло буквально за такие Копейчуку фамилии. Он уже рассматривает так очень-очень основательно. Сергей Загинайлов. Передача Загинайлова. Еще один момент и спасает этот раз. И мяч попал в перекладину. Может быть, сейчас Сергей Загинайлов пробьет по воротам. Хорошо, то, что хорошо, конечно, удачи сейчас наличие на подборе там. Славин Степанович. Вообще он умеет. Даже любит. Хочу. Мягкая передача. На подборе. Пащик. Посмотрим, вращается сугубо уже в крайних защитников. Я просто жду увидеть, что получится. Ждал, ну, если честно, 4. У нас пока тут 1-0, и смею предположить, что это не последний гол, который мы видим. Владимир Заставный. Здорово убегает Заставный передачу. Давайте посмотреть, вместо кого вышел Мариан Столеров, вместо 19-го номера, вместо Александра Пащенко. Ну, можно сказать, замена позиции на позицию. Качук.
Красиво. Владимир Заставник. Ох, еще одна перекладина. Смотрите, сколько опасных моментов. Каких-то лишних килограммов, нет дополнительного какого-то груза. Петр Лелко, передача Лелко. Ну, в общем, ну и это, ну, какой-то любая полуошибка, это чуть не трагедия, наверное. Максим Гавриленко. Свободное пространство. Бежан здорово находит своим пасом. Удар. Еще один хороший поворот. Мужчины об этом прекрасно знают, особенно те, кто играет часто в футбол. Как куда отдать мяч? Ох, какой-какой обрез получился того Вячеслава Пасмака. Но сейчас Вячеслав сыграл не как защитник. Конечно, любой защитник-центр и кто, где и как играет. Но не более того. Право полузащитника. Гавриленко сел в опорную зону. И простреливать. Главное правильно набегать. Александр Бежан. Александр... Ну все. Момент уже застопорился. Пробить, не знаю, под себя или как-то вправо, влево. Знаете, все на словах очень просто получается, на деле. То есть, у вас есть двое часто делающих это футболистов, то есть 28. И снова здорово играет Максим Крепельчук. Ну, Пасмак защитников, можно так сказать, да? Наверное, ну, условно, где-то так. Что центральный, у нас сегодня только Семен Булгаров. Русский Пасмак уже ближе играют к... планками. Если есть необходимость, они могут и подключаться. Хороший такой. Завертелся в Российской Федерации, поэтому понятное дело, что чисто природно врут, которые борются до конца. До поединка с Эсперанцей. Почему бы и так не попробовать? Максимальное количество очков. 12 баллов. Хорошая это было красиво, конечно, на всех парах и взял да и свалил. Максим Гавриленко, удар Гавриленко, ах, это был мяч. Победа дачи, очень сейчас у команды Вячеслава Семенова 9 очков, конечно же, впереди. Поздравляем, да?